Начинаем видеозапись. Будем следовать по заводскому переулку. Наша цель — гиперстрой, а там посмотрим, как у нас будет это получаться. Сегодня хотел бы, наверное, побеседовать, какие-то свои мысли сказать по поводу литературы. Вообще литература, несомненно, это очень важная часть жизни любого нормального человека. Хотя современный ленивый человек, он, честно говоря, уже не читает. Он читает какие-то вывески, какие-то заголовки в интернете. Сегодня у нас огромные проблемы с орфографией у людей, с правописанием, даже с тем, что люди не умеют грамотно формулировать свои мысли и правильно писать некоторые слова. Все эти проблемы, кстати, легко устраняет чтение. Когда человек нарабатывает базу полезных слов, он умеет широко, пространно и правильно формулировать свои мысли и просто обогащается, в том числе, я считаю, не только интеллектуально, но и духовно, потому что большая часть литературы несет в себе какие-то позитивные смыслы и часто даже христианские. И не совсем обязательно, чтобы это была духовная литература. Хотел бы просто рассказать о том, что читаю я, что мне интересно, и, может быть, кто-то тоже в комментариях или сам для себя ответит, что важно для него, что интересно. В данный момент сейчас я читаю Луи Буссенара «Похитители сокровищ» или «Похитители алмазов», сейчас вот не скажу точно, подзабыл. Вообще это интересный автор. Я читал еще в детстве его книгу «Капитан Сорвиголова». Он пишет там о войне буров с англичанами в Южноафриканской республике. Там был предводитель, вот этот вот капитан Сорвиголова, который, собрав отряд мальчишек, тоже, соответственно, небезразличных, с горячим сердцем, которые противостоят вот этим вот, значит, захвату англичанами этих территорий. А сейчас я читаю «Похитители бриллиантов», вот эту вот книгу, которую купил за весьма скромную цену, по-моему, за 30 рублей. Указана цена 60, значит, у нас на самой книге. Но этот магазин идет под ликвидацию. Там, видимо, будут сносить старые дома на Свято-Троицком бульваре в какой-то момент времени и ликвидируют книги. И, потратив там время около 30 минут, я смог найти ту интересную книгу этого автора, который читал. Маленький шрифт, вернее, очень, но читается интересно. Это приключение. Он тоже описывает там приключения французов в Африке, которые ищут бриллианты, значит, какой-то клад. И также я читал книгу, по-моему, называется «Сокровище рыжего опоссума». Это у тещи, значит, в деревне, склеены из вырезок журнальных. Вот эта вот, значит, книга такая вырезана из разных выпусков. Шурин, то есть брат жены, все это составлял и сделал такую интересную книжечку. Я прочитал. Послабее будет, чем «Капитан Сорвиголова» и то, что я сейчас читаю. Но, в принципе, интересно. То есть, этот автор, он для меня, например, является таким признанным авторитетом в вопросе приключенческого жанра, да? Вообще, стараюсь, конечно же, читать какие-то духовные книги. То есть, это православные какие-то авторы,
Это священники, например, отец Андрей Ткачев, который мне глубоко симпатичен. И я смотрю его передачи, выпуски, его ответы на вопросы. И в том числе он пишет некоторые книжки, такие разнообразные. Большая часть из них довольно интересная и полезная современному человеку. Потому что он отвечает на вопросы именно современного человека, не только духовные, но и практические. Вот. В посты я стараюсь читать только духовную литературу. Вообще, конечно же, иногда ее надо разбавлять и художественными какими-то работами. Для того, чтобы, наверное, иметь и некий кругозор. И просто было интересно, и можно было рассказать людям о том, соответственно, что ты прочитал, какие-то новые знания подчеркнул, чем бы ты хотел поделиться и так далее. Вот. Вообще мой любимый автор — это Юрий Воробьевский, православный писатель-конспиролог, который пишет на различную тематику, но в принципе отношение к нему разное. То есть он может и быть поощряем, соответственно, некоторыми людьми, кто любит его творчество. Может он быть и, скажем так, ругаем. В том числе православными священниками, которые говорят, что он перегибает, он пишет не то, что надо, и так далее, и так далее. Но это уже, как говорится, дело вкуса и совести, но мне этот автор глубоко интересен. У меня собраны все его работы. Последняя мной из прочитанных — это «Тайноведение». Они прочитаны, «Стук истуканов» и «Рождение исполина». Буду читать. Так вот, литература, конечно, она должна, наверное, быть разнообразной у человека. И приключенческая, и, соответственно, какая-то, может быть, даже где-то научная, и православная, и познавательная. Может, кто-то имеет политическую литературу, аналитику и так далее. Это все уже, как говорится, дело вкуса. Так вот, в этих, значит, условиях, в которых мы сегодня находимся, да, то есть дико задавленные информации, с одной стороны, через интернет, телевидение, через передавание непонятной информации друг другу, мы, я считаю, все-таки тупеем. То есть нормальную информацию, полезную, чистую, мы не очень-то сильно получаем. Мы получаем какой-то сгусток, какой-то набор, возможно, даже иногда клише или удобно подобранных компилятивных материалов кому-то, но не всегда имеем критический ум. И вот для этого, друзья мои, нужна литература, которую мы будем читать, разных авторов, разных лет, разных направлений, и сможем оттачивать свой ум. Сможем, я считаю, в том числе вырабатывать некоторые волевые моменты в себе и быть просто грамотным человеком, умеющим отличать одно от другого. Но выбирать надо все равно по вкусу, по душе, что называется. То есть, например, я помню, наверное, около 2 лет назад я прочитал Тургенева. Некоторые работы, «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь». Мне понравились эти произведения. Да, они такие, можно сказать, немного с депрессивным душком. Не очень там концовки, что называется, с хэппи-эндом. Но они интересные, полезные. А вот Бунина читать не смог. Не зашел. То есть, видите, как бы у каждого свой вкус. Поэтому читайте, размышляйте, анализируйте. Таков вам мой посыл и пожелание. Всего доброго, спасибо.